Здравствуйте, мои дорогие любимые рукодельницы! С вами я, Наталья Алекс, и сегодня мы будем делать вот такое вот колье. Меня давно уже просят девочки сплести что-нибудь интересное из бисера. Вот я решила вот такое вот колье вам сделать. Мне оно очень понравилось, оно достаточно легко плетется. У меня был бисер, я давно мечтала что-нибудь с ним сделать, вот такое вот оригинальное. Ну и хотела заодно сделать какой-то подарок маме своей. Вот, она любит такой цвет, и вот я решила для нее специально сделать такое колье. Думаю, ей очень пойдет и понравится. Итак, если вы тоже хотите такое иметь колье, я вам расскажу, как его делать. Очень легко. Мы с вами, я вам покажу вот этот вот фрагмент. Все остальное нужно будет повторить. И внутри его стянем одной нитью. И все, это достаточно легко. И застежка. Плести очень легко. Главное, подберите красивый бисер и бусины, чтобы они сочетались. И у вас все получится идеально красиво. Мне оно очень понравилось. Колье очень идеально лежит на шее, поэтому я думаю, что вам тоже очень пригодится это украшение, и вы сможете и сами носить, и продать его. Итак, начинаем наш мастер-класс. Для работы нам понадобится два вида бисера. У меня вот такой вот матовый сиреневый 23020 и вот такой вот жемчужный. Фиолетовый 98310. Вы можете взять два любых цвета, чтобы они немножечко там отличались по тону или, ну, в общем, чтобы красиво сочетались. И бусины тоже в этом же цвете. Ну, и застежка какая-то. Можете взять карабины, можете магнитик взять. Я взяла вот такие тоглы. Итак, плести я буду на обычных вот таких акриловых нитках в цвет к бисеру. Может быть, на камере не отдает, но они по цвету бисера. Не нашла я других ниток, белые не подходят, черные тоже как-то не туда. А других шелковых ниток у меня не было. Леской тоже не хочу, хочу нитками плести. Вы выберите, не знаю, свои цвета какой-то или бисер у вас будет, возможно, другого цвета. Нитки подбирайте, какие вам удобно. Обычные иглы для бисера. Ссылочки я оставлю в описании к видео на все материалы. Итак, начинаем мы со светлого бисера. Это у нас будет основной бисер. И темный глянцевый вот такой вот. Это будет у нас второстепенный. Бусины у меня 6 миллиметров в диаметре. Итак, начинаем. Набираем светлый бисер на иглу 6 бисеринок. Завязываем их колечко. Здесь можно сразу прицепить застежку. Но я не буду пока этого делать. Если вы будете плести еще внутренний ряд, то застежку, возможно, придется перенести на другое место. Если не будете, то можете сразу делать с застежкой. 6 бисеринок у нас завязались в узелочек. Я по всему кругу проходить не буду, я пройду только в ближайшую первую бисеринку, чтобы выйти от узелка. Уйти от узелка. Вот так. И теперь набираем глянцевый бисер. 3 бисерины на иглу глянцевого. Затем 6 бисеринок светлого. Прям вот так вот все подряд и набираем. И 3 бисерины темного. Подтягиваем это все к началу. И в четвертую бисеринку, или точнее в первую светлую, проходим по кругу. То есть если сюда вот нитка у нас пошла, вот по кругу мы ее прошли, чтобы сделать нам вот такое вот
пике. Затем набираем 3 светлые бисеринки. Это будет у нас основной такой шаг. Ищем вот эту вот вторую с другого края. Сейчас 1, 2, 3, 4, 5 с этого конца или 2 сначала. Проходим в нее по касательной, не по кругу, как мы сделали в первом случае, а по касательной. То есть заходим снизу. У нас получается вот такие вот кружочки, и они будут у нас составлять основное плетение. Вот эти 8 бисеринок. 3 сюда, 3 сюда, и вот эти центровые, как по оси. За вот эту вот третью среднюю бисеринку мы будем соединять все наши вот эти вот ячеечки. Я дальше объясню, сразу вот здесь поясню, как будет составляться наш цветочек. Затем набираем 1 светлую и 3 бисеринки темного цвета. Еще 1 светлая. И возвращаемся к нашему первому колечку. В колечке ищем 2 бисеринку от начала. Нам нужна вот эта бисеринка. Подтягиваем нитку. У нас должно получиться вот такое вот, такая красота. Дальше набираем 4 бисеринки светлого. И сразу проходим в наши 3 темные бисеринки. Вот так у нас должно получиться. Дальше набираем 3 светлые бисеринки. И ищем вот ту 3-ю бисеринку, которая составляет вот здесь. Будем заходить в нее с этой стороны. Подтягиваем ниточку. Теперь набираем 2 светлые бисеринки, 3 темные. На иголочку подтягиваем к плетению. И опять же по кругу, да, вот с другой стороны мы заходим. Подтягиваем нитку и делаем 2 пике. Теперь набираем 3 бисеринки светлые на иглу. Ищем вот здесь 3-ю посередине, среди вот этих вот 3 бисеринок, ищем серединку. И подтягиваем ниточку. Вот тут тоже вот эти 3 набраны, и вот она уже торчит. Это бисеринка, мы в нее потом будем проходить. Далее набираем 1 светлую, 3 темных, 1 светлую. И вот здесь вот во 2-ю бисеринку проходим иголочкой. Подтягиваем ниточку. Набираем 4 светлых бисеринки на иглу. И сразу проходим в наши темные 3 бисеринки сверху. Все, начинаем новый виточек. Вот у нас уже такое начало. И делаем 3-е пике такое. Набираем 3 бисеринки на иглу. Ищем опять вот эту 3-ю бисеринку. Заходим в нее сверху. Да, мы же плетение идем вверх-вниз, вверх-вниз. Сверху зашли.
подтянули. Опять набираем 2 светлые, 3 темные. Подтягиваем. И вот в эту светлую заходим с другой стороны по кругу. Набираем 3 светлые бисеринки на иглу. Ищем вот эту нашу посерединке бусинку, да, среди вот этих 3 бисеринок. По касательной в нее заходим. Теперь наверх мы идем. Набираем 1 светлую, 3 темных, 1 светлую и вот в эту, во вторую бисеринку. Подтягиваем ниточку. 4 светлых бисеринки. И начинаем новый виток. Зашли в 3 темные, подтянули. Я вот здесь вот подравню, чтобы мне смотреть было красиво. Вот, это у нас 3 вот таких вот нижних получил, как бы коротких. Теперь начинаем плести сам уголочек. Также точно идем, набираем 3 светлых бисеринки. Ищем вот эту нашу третью бисеринку. Вот она будет среди вот этих 3 набранных. Видите, 1, 2, 3 посерединке. Ее видно сразу. Теперь идем на уголок. Набираем 8 светлых бисеринок. 4, 5, 6, 7, 8. И 4 темных. Сразу на иглу. Подтягиваем это все к плетению. Теперь находим третью бисеринку и по касательной в нее заходим. Вот если нитка вот сюда ушла, значит сюда набираем. Я придерживаю пальцами, чтобы она у меня не убежала. Не распустилась. Теперь набираем 3 бисеринки светлые. И вот в эту бисеринку, которая у нас вот тут начинаются, вот эти вот 5 штучек свободные, да, вот в эту, во вторую с этого конца. Вот так. Видно? Понятно? Не знаю. Вот сюда зашли. Надо так подтянуть, чтобы получилась вот тут вот восьмерочка такая, или знак бесконечность. Дальше набираем 3 бисеринки светлые. Опять ищем вот здесь вот у нас вот такая вот угловая бисеринка. Дальше 1 светлая, 3 темных, 1 светлая. Заходим здесь во вторую. Здесь вы уже должны были выучить верхний ряд. А вот здесь будет, конечно, чуть-чуть сложнее. Но если вы будете внимательно смотреть, я думаю, у вас все получится. 4 бисеринки набрали. Сразу заходим в новый ряд. Начинаем с вот этих вот. Заходим в 3 темные бисеринки. Вот я отпускаю, видите, оно у меня расплетается. Поэтому я плотно держу пальцами, чтобы оно не разбежалось. Вот, вот уже более-менее какой-то рисуночек вырисовывается. И видна первая такая как бы работа, что оно, полотно идет ровненько, не топорщится, не ведет его. Продолжаем. 3 светлых бисеринки. Идем сверху вниз, находим вот эту нашу угловую бисеринку, подтягиваем. Теперь набираем 3 светлые,
Опять ищем вот эту вот третью угловую, то есть вторую бисеринку. Еще раз набираем 3 светлые бисеринки, делаем новую ячеечку, проходим сверху вниз вот в эту бисеринку. Дальше набираем 4 светлые и 4 темные бисеринки. Подтягиваем их к плетению. И по касательной во вторую из светлых в начале вот сюда проходим иглу. Я придерживаю пальцем, потому что у меня распускается. Вот так мы ее должны перевернуть. Дальше 3 светлых бисеринки по касательной вот сюда вот в эту. Хорошенько подтягивайте плетение, чтобы пике выравнивалось, чтобы оно не имело красивую кругленькую такую форму. Теперь набираем светлую, темную и светлую бисеринку на иглу. Это у нас уже будет уголок пустого треугольничка вот того. Точно так же нашли вот здесь, вот видите, их видно, вот они 4 так бисеринки ромбиком стоят. Делаем вот эти вот ромбики с вами. 3 светлые. Прошли. 1 светлая, 3 темные, 1 светлая. Во вторую сюда. 4 светлые, новый ряд в эти 3 темные, три светлые в эту угловую нашу. Теперь 1 светлая, 2 темные. И проходим иголочкой в нашу вот эту темную бисеринку угловую. Теперь 2 темные, 1 светлая. И в следующую сюда заходим. Вот так, вот у нас уже вырисовывается вот здесь ромбик. Дальше внизу 3 светлые. Заходит сверху вниз вот эту крайнюю светлую. Набираем на иглу 4 светлых и 4 темных. Подтягиваем весь бисер к плетению и по касательной проходим во вторую. Вот так перевернуто должно быть. Дальше 3 светлые. Заходим в вот эту угловую. Дальше набираем 1 светлую, 2 темные и заходим вот в эти 3 темных. Больше у нас же здесь внутри не будет никаких работ, ну кроме бусинки. Поэтому мы проходим по контуру вот этому темному. Выходим из последней темной, набираем 2 темные бисеринки, 1 светлую и заходим вот в эту угловую.
Дальше по известной схеме. Одна светлая, три темных, одна светлая. Во вторую бисеринку здесь. Четыре светлых бисеринки. В три темных проходим сверху вниз. Набираем одну светлую, две темных и проходим в первую темную бисеринку. И дальше по всем темным бисеринкам выходим вниз. Вот мы и выровняли наш ромбик внутри. Набираем 2 темные, 1 светлая бисеринка. Проходим вот сюда, в угловой. Вот здесь у нас уже будет заканчиваться наш ромбик темный. Дальше 3 светлые на иглу. У меня перевернулась. Вот сюда в последнюю светлую. Здесь 2 светлые, 3 темные. Подтягиваем к плетению и по круговой. То есть с другой стороны заходим. Вот так хорошенько надо подтягивать. 3 светлые бисеринки вот сюда в угловую после вот этого пике. Вот так. Здесь 3 светлые бисеринки. Заходим вот в эту первую темную и набираем 11 бисеринок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И, соответственно, в первую темную заходим вот сюда. Вот это весь наш ромбик. Теперь мы его будем с этой стороны обводить. Верхняя часть, как обычно, 1 светлая, 3 темных, 1 светлая. Вот сюда в угловую. 4 светлых бисеринки. Закрываем. Начинаем новый ряд. Через 3 темных прошли. Набираем 3 светлых бисеринки на иглу и заходим иголочкой в третью. Вот если это первая угловая, вторая в третью и проходим вниз. До такой же третьей снизу. Вот так надо выйти. Набираем 3 светлых бисеринки. И вот в эту угловую она просится. Затем 3 светлых. Опять в эту угловую. Затем набираем 4 темных бисеринки и проходим вот в эту угловую этого же самого, того же самого ряда, что мы только что набрали. Вот в эту посерединке бисеринку. И теперь у нас начинается на убавление.
Видите, вот это получился у нас центральный. Здесь можно, кстати, было повесить какую-нибудь капельку. Можно и в конце пришить всем. Продолжаем дальше. У нас три светлых бисеринки на игле. Находим здесь угловую. Еще три светлых. Если мы вот тут вот первая, вторая, третья, четвертая, в пятую нам надо зайти. Не просто в пятую, а через пять бисеринок надо выйти. Вот так. Здесь три светлых на иголочку набрали. Здесь тоже угловая. Верхний ряд, как обычно, одна светлая, три темных, одна светлая. Сюда. Четыре. Сюда. Начали новый ряд спускаться. Три светлых бисеринки. Опять здесь находим угловую вниз. Еще три светлых находим вот здесь, вот центральную. Вот среди вот этих вот пяти бисеринок, которые остались у нас еще нетронутыми. Вот здесь находим серединку. Вот она. Проходим в нее иглой. И здесь мы будем цеплять бусину. Берем бусину. Если у вас меньше размера, можно добавить еще по краям бусинки по бисеринке. Я не буду. Я хочу, чтобы она была как бы вот таким вот глазиком смотрелась интересным. Прохожу в бисеринку, в эту бусинку. Цепляю за вот эту угловую. Я хочу вот так вот подтянуть. Вот так. И опять отсюда вожи вышла. Вот так у нас должно уже получаться. И продолжаем здесь дальше. Три светлых бисеринки. Находим вот здесь угловую. Набираем еще три светлых бисеринки, следующую угловую, и здесь у нас закрывается рядочек. Набираем 4 темных на иглу, и в этом же ряду, где мы только что набирали 3, проходим в угловую. Хорошенько надо подтянуть. 3 светлых бисеринки набрали в угловую, 3 светлых бисеринки вот здесь в угловую, 3 светлых угловая. Наш обычный шаг, здесь ничего сложного. Верхняя часть точно так же. Одна светлая, три темных, одна светлая. Четыре светлых. Закрываем через три темных. Три светлых набираем, сюда проходим в угловую, еще три светлых здесь ищем угловую,
еще три светлых сюда. Закрываем теперь здесь ряд. 4 темных. Получилось у нас 1, первый ряд, 2, 3 и 4. Все, здесь мы уже закрыли, получается. 3 светлых набираем в угловую. 3 светлых в угловую. 1 светлая, 3 темных, 1 светлая. Вот сюда. 4 светлых. Через 3 темных. Вниз пошли. 3 светлых. Угловая. Еще 3 светлых. Угу, все. Здесь мы закончили. Вот этот нам ряд уже не нужен. Здесь мы набираем 2 светлых, пардон. Одну убираем. Затем 3 темных. Подтягиваем их к плетению. Через первую. Вот как в первом случае, да, вот тут как мы, если вы помните, вот здесь мы делаем пике. Набираем 3 светлых бисеринки. Вот здесь вот угловая. Верхний ряд, как обычно, 1 светлая, 3 темных, 1 светлая. 4 светлых кружочек закрыли. И таких нам пике надо 3 штуки. 3 светлых через угловую. Теперь 2 светлых, 3 темных подтягиваем через первую. Три светлых набрали, пике сделали, да? Подтянуть не могу. Вот сюда. 1 светлая, 3 темных, 1 светлая. 4 светлых через 3 темные. Так, вот такой у нас получается фрагмент. Здесь нужна будет третья, да, и мы, собственно, все сначала. Дальше все такие фрагменты повторяются. Плетем мы их 11 штук. Вот таких вот фрагментов, вы поняли, да? 3 между ними и вот этот вот треугольник. Треугольник всегда повторяется. Между ними по 3 вот таких вот пике. Все, это достаточно несложно, надеюсь вам. Ну и таких фрагментов нам нужно будет сделать 11 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эта серединка у нас. 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И вот на этом фрагменте мы заканчиваем. Дальше. Получилось вот так. Здесь я сразу цепляю тогл. Вот я набрала 2 бисеринки. Продеваю тогл. Еще 2 бисеринки. Ну и как мы обычно
закрываем. Я просто вхожу в первую фиолетовую, темно-фиолетовую бисеринку и назад. Чтобы у нас вот здесь получилась двойная нитка для тогла. Подтянуть надо хорошенько. И теперь просто по всем вот этим бисеринкам верхним мы проходим иглой и подтягиваем сильно бисеринки друг к дружке. Ничего, без всего, без всякого бисера внутри, просто подтягиваем все бисеринки вместе. И так до конца всего полотна. И будет получаться вот такое вот немножечко присборанное кружево, и оно будет закруглять, чтобы вокруг шейки оно легло красиво. И вот что у нас должно получиться в итоге. Вот такие вот стяжечки получились, и как кружево. Очень красиво, мне очень понравилось его делать, плести его безумно легко. Повторяем все время один и тот же фрагмент, да, вы поняли. Все, застежку пристегнули, и все, все готово. Спасибо вам, мои дорогие, что вы оставались со мной до конца этого мастер-класса. Я вам безумно благодарна. Ну и как все блогеры говорят в конце, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Ну а вы уже сами все знаете. Я думаю, вам вы и так подписаны на меня. Всем новеньким, ну, это уже по вашему желанию. Если вам нравятся мои мастер-классы, то вы подпишитесь. Если не нравится, то я и вас и не заставлю. Ну, всех благодарю за просмотр. Всем всего доброго. Пока-пока.